вырубили лес и готовят к строительству клоповника. Вот. Вдали там чистое небо видно. Ну а стройка дальше, глубоко дальше идет. Я заехал просто сделать обзорчик вот таких 13-этажных домиков. У них готовность очень высокая. И пока грунт и мусор вывозят. Вот как-то так. Вот, стройка мощнейшая. Ну и большие подвижки в районе строительства Шуваловского проспекта, там где планерная, там здоровая куча песка навезена, техника добавлена, ведется строительство.